профессия, которая во все времена была в почете. На сцене музыкального театра состоялось торжественное мероприятие, посвященное 370-й годовщине пожарной охраны. В зале собрались те, кто каждый день рискует всем, что у него есть, в том числе и собственной жизнью во имя жизни другого. Ну и, конечно, те, кто только осваивает это ремесло в пожарной академии. В этом году поистине знаменательная дата, 370 лет назад. Царем Алексеем Михайловичем был подписан указ о градском благочинии. Именно с этого момента ведет историю наша российская пожарная охрана. Безусловно, одно из старейших ведомств, которое обеспечивает безопасность граждан нашей страны, ежедневно рискуя своими жизнями, пожарные десятками спасают людей. Я думаю, это, наверное, одна из самых благородных и необходимых профессий не только в нашей стране, а и во всем мире. Безопасность Ивановской области в настоящее время обеспечивают 1500 сотрудников регионального управления МЧС. За последние 5 лет их силами ликвидировано 5000 пожаров. Более 3000 жизней спасено. Ивановская пожарно-спасательная академия, безусловно, без преувеличения, одно из престижнейших учебных заведений на территории нашего региона. Более 50 лет является кузницей кадров для сотрудников огненной стихии. За это время Академии выпущено более 20 тысяч высококвалифицированных специалистов. Пожарной охране собравшиеся желали дальнейшего развития, а ее сотрудникам здоровья и сухих рукавов. Лучшие из лучших получили медали от МЧС России и благодарственные письма от представителей власти. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.